когда Uber появился, когда Яндекс Такси появилось, это настолько изменило вообще весь подход к тому, как ты планируешь время там заказа машины, думаешь про безопасность, какие-то левые постоянные останавливаются люди, хотят тебя куда-то довезти, вот этот постоянный торг, это все, конечно, выматывало и очень было неудобно, а Uber, он настолько изменил вообще восприятие того, как ты планируешь свое время, потому что сейчас кажется, что если больше 5 минут ждешь, то это уже катастрофа и слишком долго. А раньше за день, там, за сутки, ну хотя бы за пару часов нужно было заказать, сверить это с оператором, потом понять, тот ли приехал таксист, нормальный ли это приехал таксист, сообщить обязательно кому-то номер, в какую машину ты сел, потому что волнуешься о своей безопасности. А, конечно, с Uber это все стало намного проще, легче. И сейчас уже воспринимаешь это как абсолютно неотъемлемую часть жизни.